Хорошо. Опять вылетел. Так, все, я зашел, перебутнул роутер, этот грим 10 меня уже. Че тут у нас? Ну, ну все как обычно, стопаем дамаг, сделаем первого слизня. Ну, теперь дай метку. Или поставишь на себя метку в RDD-зоне и все. Только надо кресты типа снимать. Нет. Америки вы в квадрате стоите и все. Все, давайте чек. Не бурстить. Как это Soulball. Все готовы, начинай. Отошли, отошли. Посмотрим. Стоп, ДД проф, стоп, ДД проф. Профан бить. Смотрим, слизим. Идем слизим. Давайте сбежали с центра. А что ты там делал? И собейте профа. Кильте, райт. Right? Давайте к столу, к столу ставимся, к столу речь. С дебафом на зеленый. Бейте зеленого, по целям, бейте, бейте по целям. В центр все сбежали с зеленым дебафом. Речь, 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 речь. Сбежали к цели, к цели, к цели. Прохиль теряет, речь, 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 прохиль. Цели сбежали. Боб, дайте, боб, 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 по цели. Давайте облако газа, все, бейте проб. Захиль теряет, смотрим колу. Мини центр. Смотрим, выливается красным. Милики, бейте профа, а РГД бейте красным. Угу. РГД красного, милики профа. А милики бейте профа. Давайте сейчас колбы будут. Как можно мобильный хил ловить эту хрень? Третий раз уже ловишь. Ты же не дамажишь с ней. Чума 59 секунд тикает. Прям зеленый сейчас будет. Там его бьют все. Пельмени центр. Эти зеленого. Давайте колбы, 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 осторожно веди под зеленую колбу. Милики, бейки, просто босса, а тогда будет бить слизни, чтобы мы перевели сразу. Надо будет стопнуть, наверное. Стопайте, стопайте по боссу, босса не бить, бейте слизни.
сначала. Сейчас, куда ты ведешь его нокдаун? Он колбы еще не поставил. Что ты делаешь? Оставить колбы тут. Ты не мог оставить их под зеленым. Все, переводите босса. Сейчас милики бить не могут. Я вы как первый день не играете, отвечаю. Вчера кралька лучше танчила, если чё, на этом боссе. Хоть колбас не так ставила, как ты ставишь. Я скажу, когда дать геру. Давайте геру. Давайте красную. Эти босс. Умение центр. Жарен, давайте гимноман. Гимноман Трулис, Фога, Шейдин, Иннер скинулись по Фоге. Один шаман, он что, Иннер падал кинул? Кидал уже. Забирайте. Стака 2 нормально убьем. Отводи колбы. Колбы отводи. Трех танчишь. Надо было забирать иногда. Надо было, чтобы утробу танчил до 4. И отводи босса. Тима, мне надо отойти на минус 3. Иди. Если колбы никому не надо, давай мне, на робу, попробуем что с ней сделать. И попробуем. Токен я тоже рольну, мне нужен токен гер. И выше всех. Знаю, что с одноручками колбы не дамажит, я просто для теста. Курсах, как дамажит колба, сколько она дамажит, как ее одевать и так дальше. Чуть не париться по этому поводу. Я знаю, что колба порокает под Брин X2 для PvP, кому интересно. На этом сервере. X2. Что ты имел в виду, Джерри? X2. X2 это что? Два раза чаще. Она типа Брин прокает двойной прок, когда бьет колу. А, понял. Все. Вообще ничего на килла не падает. Давайте одновременно колбу возьмем. Да, это нереально. Давайте. Шедим, надо идти за ребенком. Есть кто-то в РК, кто может зайти в ЦЛК? Ничего, взял колбу. Кто ее взял? Ничего, тогда подождем, пока у него кончится колба. Тогда начнем. Так, давай. С руля ты контролишь звезду. Мобильный хил ты контролишь кружочек. Ромбик контролит Джейлис. И треугольник контролит... Никто не контролит. Какой-то ретрик, дайте ему покаяние. Сейчас патруль пройдет и вы нажмете. Все, давай. Начинай.
Убейте двоих мобов. Отвалился, ладно. Ваня, заходите на ЦЛК. Я базарю, ты прикинь. Да я видел, я заходил. Что надо? Сова в идеале. Сова. Нет, совы нет. Ах, печаль. Там еще кто-то зид действует, берите зид. Фога слепнется. Фога будет совой, а ты заходи и хилом. Есть хил? Сейчас заберу. Того на ливерку взял или не надо уже? Да, там, и пусть идет ливерка. Я в РКД еще буду. Он на слав плюс выключу. Так, давайте по резкому дали контроль, пока покруль. Мобильный хил звезда, Джейлис, кружочек, Войт и ромбик. Давайте, по Шурику. Раз, два, три раздали и погнали. По кружку никто ничего не дал. Чек, утроп, нокдаун на двоих, отроп, утроп на телесеть. Кал, готов. Шипы еще нет. Оливерка еще в Ницце. Давайте шкаф, да. Руки на сон. Давайте футбол пошипа. Так, все, все готовы, погнали. Глупые смертные. Думали, что одолели нас, Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Александр был досадным недоразумением. Ну-ну, заберите это, Леонард. Пульте Талдорама на нокдаун, фунты, алло. На фога подымай никчема и все. Больше нет дублей. Фога подымай никчема.
кулдауна за хил. Вот почему лучше протопал раньше, чем двоих. Лейте, Кирисер, это очень шнёк. Грахан, ты чем вы занимаетесь? Я в ахуе. Два ханта. Могут на поле. Тёра, баф, не по никчёму кулак. Толберан. Чё, может рост? Давайте рост. Где никчём бегает? Он здесь протопал. В протоваре, значит, Толберан. Выхер разбежались. Эти босс. Как-то вылетайте криво. Все в разные концы. Сентя грязил. Эх, нету тут моего креста, но такое красивое колечко. Можешь тулинкануть общий дамаг в зависимости? Так, никчём на втором месте ВВ. Десятку линкану. Ещё сохраняет. Кто был на 11 месте. О, уже на 4-м. Скоро догоню. Сапы. Поморозьте там, живите. Ну, поки еще приню нормально. И кольца.
На кого пёр? Да, на сове. Ты взял бы за 40 баджей и стринка с критом и броком на СПД на лучше фетиша. Посмотрю после рейда. Ну, гер фетиш, наверное, все-таки получше. Колечко какое-то, хасткрит выбить тоже хорошо. Хоть все готовы, начинаем игру. Кися потерялся. Да, Валь сидел. Кто таким маном назовет, пожалуйста. Матрон сейчас будет, он будет кинуть антифир. Джайли скинешь. Ни на кого не кидай, у Вара есть свой антифир. Когда там курс закончится? Саники. Факт.
с руля сам на себя дашь, он тут, а тут не надо, все нормально. Да, по-моему, Фьеро вижу стоит. Выйди служи, Фьера. Да, из бабу. Начинаем представление. Но... мы так хорошо. Да, блядь, что за... Ну, конечно, правосудие света 32%, кто бы сомневался. Что это было? Угасающий свет. Понятно. О, мне буе упало. Охренеть. Что тебе выпало с буешкой? Пояс на эрдру. А, мага упала. С 25 гер мы ходили багруха. Везет. Мне уж 7 лет не падает багруха. И мне вообще даже, ничего не падает. Мне даже камушки не падали постоянно. Это, наверное, за 2 года впервые мне что-то упало в сумке. Сколько сами кнопок? Ну да, я не считал. А кто считал? Привет, на совет? Да, на совет. Мой. Ну, блин, ману не выпили, вы вырываетесь. Ну, что вы делаете? У нас с калком по 50%. Да мы вчера в 25 оп пошли ночью, и постоянно кто-то агрил трэш и пулил боссов. Джерриан, прикинь, вчера Хант напулил на супер дру босса и притворился мертвым на тухлом пузе. Я видел. А, ты был? Это пипец. Пойти РДД, бейте все звезду. Нет, звезду бейте РДД. Кружочек, почему? Так, я не понял, вот. Что-то вы на аккаунт зайти не могу. Менял пароль. На линии на аккаунт. В смысле зайти не можешь? Тебе красным рюм горит? Не-не-не-не. Эти РДД бейте все звездочку, речь. РДД бьют тупо звездочку. Эти в звезду речь. Заливай, я скинул. Босс, где реально хулипал должен перехилить всех. Остальных какого хрена ты мне перехилишь, а? Давай, метро прорывается, этот... Нокдаун тянет круг. Тяни круг, а нет, полководца. Короче, круг и полководца, блядь. Херосимчик. Кажись, почистили они аккаунты GMH. Какие аккаунты? На шаману захожу, на приста своего захожу, на линии на аккаунт зайти не могу. А как они могут почистить, если он активный был, если ты заходил? Лина сама неделю назад заходила. Я захожу на ее аккаунт. Нет, она сама заходила. Просто кинули Филиппес, она просто поменяла пароль. И нет смысла чистить, если аккаунт... Больше не будешь воровать на голду. У меня свои есть, 46 тысяч. Давай, ребята.
А тебе ты это сказать? У Олега уже миллион на этом, да? Жить на фласке. Так, а у тебя фласка есть на Акумене? Да, 45 штук. Я помню, когда перестал играть, мне какие-то застранцы 70, как голды с магас, стащили. Одну штучку можно у тебя попросить? Да. Ты просто сеструют. Как раз на сову поезд. Такс. А да, я знаю, Моровинт. Давайте. Кто может хила спекнуться, присоединить? Фога, дуй в хила. Вот он, звездочка, будет летать закалком. Портал. На рейде. Джейлис и с руля Калк, Фога и Горгот на Вальке. Вы втроем захилите Вальк? Да. Угу. А у Вуди есть поле пол? Ставьте звезду на Калк. Это поле нет. У поле пол есть? Еще раз повторите, Фога где? Подспекайся в поле пол. Фога, ты портал. А на Рей, а на Вале Калк, Горгот, Фога и Войт Холли. С руля и Джейлис на Рейд. Войт, дай себе метку, чтобы мы за тобой летали, хорошо? С руля Шипа, с руля у тебя есть Холли Прист? Она пишет, все ясно, я пишет, что у меня не работают. Оставьте тогда РД. Короче, начинайте. Тикалк, Войт Холли и Горгот летают, а Фога и этот, и Джейлис на рейд. Убейте подавление. Дай себе метку, чтобы мы за тобой полетали. Вальку подхиливаете тоже. Все, пароли посменяли. Истина уже причина, да? Да. Вернули назад. Круто, вы все стаки забрали. Ну вы вообще красавчики. Ты метка в одну сторону летит, ты в другую. Я же вам метку поставил, что вы делаете? Они зашли вообще с другой стороны, получается. Я взял соседний с тобой портал.
так далеко. Справа. Бейте разгром. Сколько было портал? Три? Можешь посмотреть. Подхиливай Вальку тоже. Стак и жизни цвет. Почему жизни цвет, но не стак? Подавление справа. Ну вот баланс 58, исцеление 13. Это сова? Здорово. А. Спасибо. Здесь пойдет с БДК вот эту фигню, которую вешает толстый. И привез диспойлер ее. Справа, слева. Герои, еще немного. Я могу читать это заклинание. Справа добейте двоих. На ману пою. Давай. Давай, Геру. Пою на хил. Подавляйте, подавляйте вот слева. Там дофига просто. Я излечилась, Изера, даруй мне силу. Ничем. Сколько на тебе стаков было, Калк? Я только зашел на аккаунт, у меня уже рассекречено. Это как, блин? Это все Путин зашел и на твой аккаунт, да, его, и за... сменил пароль, его, короче, это Путин виноват. Вы знаете, в чем он виноват. Нет, там, по-моему, больше было. Там у Калка 30 с чем-то, у меня 25. Другие доделать и одевать.
Ну так оденешь. Уже третье место. Только пояс их дверь есть. Ты ведите, ведите сюда этих дракончиков, два сразу пак. Джерриан, можно Горгот отойдет на две минутки в уборную? Смотри, я попросил хилов, они не АФКшат, они хилят. Капу Акуману дайте. Сейчас второго берите, агрить. Боюсь Акума, но не жить. А нет, кто-то его хилит. Блин, не успел тремор поставить. Я
переходил. Сколько был общий ДПС на сурке? Ну, 300. Но это с моими двумя косарями в хиле. Давайте, собирайте тотем. Калк, приди сюда. Че ты там стал? Ты сейчас умрешь. Кассандра убьет Калк. Ясно. Песните Войт Холли и Мародерку. Войт будет в хиле. Раз, два, три, четыре хила. Бога, пять хилов. Нормально. А, они сзади попадали. Надо все быть в хиле. Ставьте Фростауру. Тотем ставлю, и Фростаура стоит тоже. Чек. Пристабав. Дайте пристабав. Лак, лап, повар. Так, ты готов? Ману регенишь, что делаешь? Ставь. Короче. Все, все готовы, начинаем. Ну, две сразу на нокдаун кину, две частицы. Она пашет, все нормально, чтобы он по-любому не сдох. Бывают призраки. Поехали. Чем стоп, не там на хилах избежали. Бежали, 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 не притянуло. Зачиливайтесь. Блин, вот это затыкал. Привет. Таки вниз. Вайтхолли, нокдаун, фога, джерис, гаргот, юнг. Еще 4 хила в метках, ничего себе. Охренеть. Смотрим, падает по центру, падает метки дальние до 300 тысяч, до 300 тысяч дальние метки, бейте дальние метки, РДД, по центру падает, пизду бейте. Забьете метку, ну блин, спрятались, отбежали. Убивайте. Кружочек разбить, еще кружочек разбить. Все, убейте вас. Ибо ваша шалкая 500 хп ставили мои гуйби. Но вы даете. Убежали. Вы чувствуете, как у вас? Ибо ваша шалкая магия теперь поэтому нет.
Не, с руля Фьера Лампуа Джеймис ВВ Альпич. Вот им падает, падает слева. Близко. Падает справа, по центру. Центральные метки вообще не трогайте, не надо их бить. Не так куча дот, бейте дальние левые. С между глыбами падает. Стопните по метке, что вы делаете? Вот внутрь падал. Разбивайте. Тяжко, смотрю метку. Босс. Ни к чему под босс. Милики ушли, ушли милики. Угу. Нормально. Следующую сторону. Следующую под босса, следующую под босса. Там же будет эта притяжка. Под босса морали. Разбивайте. Следуйте. Не разбивайте, не разбивайте, не разбивайте. Все, отошли от меня. В следующую сторону. Вайт Геру Горго. ВВ в сторону. РДД разбивайте. Под босса метка. В чем под босса? Милики ушли. Кинули стак. Следующую с руля под босса. Какие ушли. Давайте две метки. Следующая в сторону. Там вроде холод, да? Нет, тогда под босса. Под босса метка. Разбивать. Идуй. Разбили следующую сторону и добивайте босс. Фьора в сторону, бейте босс. Блин, ну вы что, с ума сошли? Захлопали меня. Поясните, пожалуйста. 16 секунд. Какое кольцо хорошее на Эрдру и Холи Креста. Пока мы уже идем с ребра. Коси на меня убил. 40 дней. Мы, сейчас я тебе скажу, сколько идем. Погаспека, Сирсову, Каук, Гарго, Джейлис, Хилы. Ну и все. Так, по станам.
Значит, первая война Валик будет происходить так. Валик будет ставить, станет трусы, Фьора будет станет кружочек, Утроб будет станет трусы, а Войд будет станет ромбик. Значит так, Фьора кружочек, Войд ромбик, Утроб трусы. Вторая война Валя, Калк станет кружочек, я станю ромбик и... ну и на трусы... Да я постану, у меня в качестве стану. А, ну и Утроб будет станет трусы, отлично. Утроб всегда станет трусы. Пиши у Калка в качестве. Диспелит ДЦ? Не, лучше Горгот, он профи в этом. Так, Фога, ты всегда будешь Горготу ману заливать по КД. Хорошо. Лучше это сделать, когда у него уже будет там 60% маны. Давайте чекнем. Дайте фубов, пожалуйста, по шаману. Спасибо. Еще раз чек. Маску порога обновить. Все, все готовы. Милики стоят в квадрате. А РДД. Есть какой-то нормальный РДД? О, Диана, давай в тебе будет стоять РДД. Олег, если хочешь, не знаю, хочешь дамажить или стоять. Че? Все готовы, я запускаю. Эти фласки. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Не надо. Да, в смысле. Войд, тебе сказали, станет трусы, ты просто отходил, Войд. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил. С трусы. Джерин, ты ж трусы, говорю, Войд. Я станю ромбик на второй волне. Вот. А Войд станет трусы. А Войд станет этот ромбик на первой, третьей, пятой. Ладно, извините, я не ослышался. Будет так. Герои! Давайте, начинаем. Нокдаун только мордой к РДД босс танчится. Или курсар, да? Мимики, стойте тут. Смотрим, ловушка РДД. Мимики, стоим. Пушка, смотрим еще раз. Чума. Фога, чума. Диспал. Смотрим ловушку. РДД. Проводи миликов. Трат, сталь. Милики. Пробежали милики. Все стали. Стоим в квадрате. Стоим в квадрате, личка стоит. Покосина чума, сама с себя. Метка слетела. Милики, пробежали, милики. Стали в квадрат, стоим в квадрате, милики. Там далеко проводишь. Теряем 6 метров, это херово. Мобильный хил, РДД. Милики стоим.
Милики пробежали. Или чё там? Я не видел, на ком чума ловушка. А сейчас она будет. Стою в квадрате. РДД ловушка. Всё, давайте миличак ближе к РДД. Макдаун, ближе к РДД лечать. Мы не туда тянем. Смотрим, сейчас будет ловушка. И будет переход. Не бейте, лечат. Всё, давайте ловушка на милика. Всё, все на край. Ушли на край. Все на край. Альпич, ты сейчас будешь гимноману петь. Давай, Альпич, гимноману. Void каплю на утроба. Фога заливаем. Не надо, уже все умерли. Ман. А, там рассекающим по трэшу туда-сюда. Бейте ханты ШП. Обсфер. Сфер. Жайли сдул, забирайте духа, добивайте. Квадрат все стали, там дотанчит духа, он сдохнет. Давайте стали все квадрат. В квадрате стоим. Кого хватает. Смотрим, погнали. Первый стан. Все стан, бьем вай. Смотрим осквернение. Нестойки подвалим, миликим, РДД, бейте вай. Осквернение нокдаун. Отлично, на краю добивайте вай. Бейте лича. Да, рост. Ну давайте рост. Стали квадрат стали. Тривали осквернение будет идти к трону. Осквернение к трону будет идти. И сейчас все быстренько разбежались уже по чуть-чуть к трону. Смотрим, Валька, осквернение к трону. Один лок, все ни к чем к трону. Давайте отбежали от лича, сквернение в центре, бьем валь бьем. Сквернение в центре под лужей, в центр вообще никто не идите. Бейте лича, в центр никто не идите, вообще там осквернение в центре под лужей. Смотрим осквернение и будем смещаться к порталу. Смещаемся к трону, нокдаун, все, давайте, все в квадратик стали, стоим в квадрате. В осквернение никто не заходит. Смотрим, валим. Бьем, станы и бьем, все, погнали, по станам, погнали. Смотрим осквернение и бьем сразу валим. Смотрим осквернение. Ау. Все, бьем лича. Стали все, как стояли на первых валях. Давайте в квадрат, нокдаун, давай. Разворачиваем лича. Гимноману пой, мобильный хил. Мобильный хил, гимноман. Слышу про ману. Тогда потерпите. Смотрим вали. Вали хватает, и бейте лича, бейте тупо лича, и на край его уже тащи. Смотрим осквернение. В. Бейте все лича, дайте кружку стан. Все, отлично, давайте все на край, звездочку. Джейли, сейчас споешь гимн на ману на краю. Дайте все квадрат, Джейли, спой гимн на ману. Гимн на ману, да. Бейте все духа.
Давайте второго духа уже бей. Пальте с танка сало. Смотрите, нового духа бейте, нового духа бейте, старого не бейте. Опять нового духа бьем. Нового духа бейте. Провод их левый. Вжались все в духа, немножко подамажили. Кстати, это дыхание сало не вешает, вот он сейчас сколько раз не лепнул. Давайте стали в квадрат и сразу на портал побежали, вот сюда вот квадрат двигается, вунс, такие стоим. Дальше двинулись, стали тут. Мародерку прохил, мародерку прохил, прохил, а мародерку. Я короче, я понял. Дальше двинулись. А ты умерла уже? Да. Не, короче, я не знаю, меня выбросило. Короче, понятно. Давайте за угол забегаем. Лечь будет нормально. Чем мы прохили? Дальше двинулись. Квадрат сразу бежим. Там бомба падает. 3 секунды она не взрывается. Стали тут. За угол. У меня или лечь будет большим, походу. Не? Нет. Бейте все. РДД духа, милики лича. РДД духа, милики лича. Погнали. Все отлично. Добивайте все, иди хлопай. Спокойно бьем лича, бегаем от комнаты, свернение и все. Есть там усов ману залить? Смотрите, осквернение, смотрим, осквернение. Готовимся, в милике не залейте верзила. Все, давайте, бейте лича. В квадрате просто бьем лича. Спускаться начну. Уйдите, уйдите. Ну нет, там оно не убьет. Дайте сразу квадрат. Квадрат их сразу. Чик-чик-чик, я уже на краю. Нокдаун. Где ты? Нокдаун. Ну ладно. ДК не сдохнет. Стали у квадрат. Еще пробежали. Стали тут. Тут стали. И за угол. Стали тут. Еще пробежали. Пробегайте, бомба взорвется через 3 секунды, как притронется к земле. Дотронется. Не знаю, как на русском дальше станет тут. Немножко двинулись, стали и до выхода тут стоим в квадрате. Выход, бейте лича. Леверка. Давайте, все на край, на край, на край, за квадратом, за квадратом. Маны поим. Пойди на другой край. Смотрите, осквернение. Красимчик. Давайте в квадрат со стали стоим. Сразу в квадрат, 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 сразу сюда, чик-чик, не надо бежать в центр, вот зачем, какая-то корова сейчас в центр побежала, вот вы видите, что вы на краю, зачем сбегаться в центр, сразу сюда, чтобы бомбы там создавать лишние, вот это я никогда не понял, центр, портал, видите, что на краю, сразу по краешку пробежали и все, бомб меньше, все меньше, зачем сразу бежать ломиться в центр к тому тиреносу, он себе просто стоит кастует, захиливает. Стали тут. Тут стали.
Смотрите, как мало бомб. Вообще впереди ничего нету, просто дуб. Тут сталь. Сразу тут. Все, до выхода добивайте меча. Спускается, давайте в квадрат от духа Моровинта скринения. Квадрат, 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 квадрат. Смотри. Смотрите, лич сдох. Бум. Вы величайшие герои Азерота. Вы... А там что, успевал кто-то духом кац сбивать или что? Сау не вешался. Да? Мы в три захилили, да? Меньшие из моих слуг пали под вашим натиском. Сгорели в пламени вашей ярости. Чет хила, втроем хили. Мне это классно. Движет вами праведность, не знаю. А ты был в этом? Кто? Ты разом вместе с Индрагосой, сорян. Это... Сорян, это вместе с Индрагосой, если есть кого-то без линка Тебя следует наградить за этот невольный подарок. Когда он, короче, с жесткой реакцией забивает казду. А, по скаде то же самое же. Мне по душе это ирония. Чё ты линкуешь? Интересно, Теренас упадет? А рекаунт его вообще не показывает. Рекаунт показывает. Что у тебя за рекаунт такой? Моя ненависть не заберет больше ни одной жизни! Наконец, я свободен. Все кончено, сын мой. Ну тут без Эрдру ДЦ будет рулить, конечно. Молодец. Поднимитесь, воины света! Бейте, бейте лича. Сейчас я вам скажу время проноса точное. Я на ребре активировал гордость черного копья. Два часа семь минут. Согласен. И этот упал. Два часа семь минут. Чтобы он стоял в ларань. Гвора. Ах ты какой. Пройди Аркус. Какой красивый Гвора. Накиньте там струлю ГП. Дальню Гвора. На мэй. Мэй имплантация. Какой красивый меч. На половину. Защитник, король. Берзил. Бо. Уже токен получил. И Горгот. Горгот, Берзил. Значит, Горгот. Так я ж получал. Да. А, ты получал, тогда лампо. Да, да, да. Забыл просто. Лампо 300 ГП. А это роль. Покоритель. Или никому не надо, тогда я себе возьму. Все,
заходите на ИП, Верзили накиньте, или кто там забрал Глору. Глору имплантацию дайте, половину за Глору, с руля на офспек. Да, хоть уже все дал. Уже все вой дал. Не это самое, не сомневайся в нем. А понятно, кто забрал. Да. А Луку не надо был конь? Поля не было. Ходите на ЕП. Уже накинуто ЕП. Или чё? Не давали ЕП еще. Тогда заходите на ЕП.